Здравствуйте, меня зовут Александра, и я рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня я бы хотела сделать немного другого формата видео. Это обзор наборов в алмазной технике, алмазная мозаика. Эти наборчики пришли к нам с мамой уже давно, но вот все никак не могла собраться сделать для вас видеообзорчик такой маленький. Вот. И сейчас как-нибудь да вам покажу вот все вот это вот добро, которое к нам пришло. Значит, здесь вот светильник такой и брелочки. Но сейчас я вам буду показывать все по отдельности. И давайте начнем с вами рассматривать вот такой светильник. Пластиковый. Вот. И выкладывается такими кристалликами. Артикул ZXD017. Вот. Вот такая вот инструкция здесь сзади для сборки. Вот как набирается клей, как берутся кристаллики, как выкладывается. И потом вся сборка уже с лампочками. И я вам покажу, потому что мама их заказывала два. И я один уже для обзора сделала. И он уже украшает комнату моей дочки. Вот так вот он выглядит в готовом состоянии. Вот так вот блестит красиво вообще. Смотрите, как они переливаются на свете. Красота. Вот. Здесь его можно повесить на стенку. Есть две ножки. Он у меня стоит у дочки на тумбочке. Здесь батарейки. Батарейки в набор не входят. Надо их отдельно. Две батарейки сюда. И вот включается и светит красиво. Вот. Такая вот красота у нас. Ну, сейчас вот с вами откроем и посмотрим, как оно выглядит в разобранном состоянии. Так. Вот. Значит, у нас здесь пакет с кристалликами. Вот такой вот лоточек, стилус, как всегда, клей. И здесь немножко вот пакетиков для стразиков, когда мы их уже будем открывать для пользования. Сейчас я попробую открыть этот пакет, показать вам немного стразики поближе. Извините за шуршание. Вот. Вот они, бусинки. Красные, синие. Вот такой вот золотистый, красивый. Такие вот. Зелененький тоже есть. И белый. Вот. Так вот выглядит наша бабочка. На такой вот картонке. Здесь у нее пленочка. Пленочку надо отклеивать. И по номерам. Здесь на каждом пакетике написан номер. И по номерам приклеивать. Вот. Один номер, два, три и так далее. До
11. Вот. Здесь вот так у нас защемили один пакетик, который пустой. Сейчас я попробую открыть. Значит, я открыла светильник. Вот наша картонная основа, на которую будут приклеиваться наши стразики. Здесь вот это надо отклеить. И потом стразики клеятся на номерки. Потом здесь у нас такая вот пластмассовая крышечка, которая закрывает наш светильник. И здесь вот такая вот система. Это у нас светодиодные лампочки. И в набор входит еще 5 вот таких вот колпачков. Вот, 5. Я один вытащила. Вот он такой. Которые потом надеваются на вот эти вот светодиодики. Их надо провести через дырочки вот на крышке. Таким образом, в каждую дырочку. И потом вот также и это сюда накладывается. Одной рукой снимаю. Вот таким образом. И потом этим колпачком вот так вот закрывается светодиодик и прищемляется вот так вот, чтобы получилась вот такая конструкция, как у нас здесь. Вот. Такой комплектик у меня с светильничком. Сейчас перейдем смотреть остальное, что у меня есть. Дальше. У меня вот пойдут сейчас наборы вот такие на пластике. Это брелки. Вот такие вот единорожки. Здесь вложена и картинка. Ой. Картинка с всеми единорожками, которые у нас входят в набор. Вот. И, как всегда, я вам сейчас покажу только вот этот вот брелочек. Вот такой вот он. Красивый, блестящий. Выкладывается он с двух сторон. Вот. Вот вы можете посмотреть вот такой вот толстый пластик. Вот. Такая красота. И здесь несколько наборчиков. То есть несколько единорожек у нас. Вот. Вот такие вот единорожки. Так выглядит оно. Тоже с номерами. Вот. И здесь у нас также входит стилус, лоточек, клей. И вот, да, я так прищемила, потому что это у меня уже пользованные кристаллики на вот единорожку вот эту. И здесь есть еще, которые не использованы. Вот столько много всяких кристалликов у нас для выкладки всех этих единорожек. Вот. Вот так вот. Здесь чуть-чуть. Здесь вот такие красивые золотые бусины. Вот такая вот красота. Сейчас мы перейдем с вами рассматривать вот такие вот бабочки. Тоже они брелки. Вот такие вот.
Вот. Тоже они с двух сторон обклеиваются. Такая. Такая есть. Поменьше. И вот такая. Всего 5 бабочек. Вот. И таким же образом у нас входит лоточек, стилус, клей, немножко зип-пакетиков. Здесь у нас вот эти вот брелочки, чтобы потом сюда вот в дырочку. И кристаллики. Вот такие вот бусины у нас идут. Это вот на эту. Да, 10 номер. Две такие вот крупные бусины. Как вам видно? Так. И вот сами беленькие. Такой. Золотистики. Посмотрите, как переливаются. Блестки. Золотистый, синий, зеленый. Вот такой вот резной. Мне очень нравится. Даже на светильнике. Вот. Вот они на светильнике такие. Где оно? Вот. Очень красивые эти кристаллики. Вот такие вот тоже красивые. Как бензинные такие. Супер. И вот такие вот капельки. Вот. Так что есть и такие бабочки. Сейчас мы с мамой проверяем, потому что здесь у нас есть еще один набор. И походу бабочки точно такие же, даже если мама заказывала два разных вида. Китайцы положили два одинаковых. Так, иду за следующими наборами. Сейчас мы с вами посмотрим новогодние игрушки в алмазной технике. Вот такие вот 4 побольше. И вот такие вот 5 поменьше. Вот, это 2 разных набора. Такой вот колокольчик. Тоже они идут как брелки, но я думаю, что они очень красиво будут смотреться, если повесить их на елку. Будут очень красиво переливаться. Тоже двухсторонние. Вот. Колокольчик, вот такие вот саночки с елочкой. Вот такой вот шарик. И подарочек. Кристаллики покажу вам быстренько. Вот такие опять резные, красивые. Ой, это какой-то брак тут у нас. Такой вот желтый красивый. Беленький. Красненький. Много красного. На второй номер. И зелененький. Вот такая вот красота блестящая. И вот эти вот поменьше. Здесь у нас идет сапожок. 2 вот таких вот тоже колокольчика. Маленькая елочка. Дед Морозик. И снеговичок. И вот здесь у нас вложили вот такие тоже резные. Потом такие вот красные. Такие капельки. И вот кристаллики. Красненькие. Зеленые. Красивые желтые. Все вот бордовые.
черный, не знаю, куда надо будет смотреть. Такие вот золотые листья. Белые, серебристые. И такой оттенок красного. Вот. Такие вот красотульки. Вот. Но все, что я вам сейчас показываю, я постараюсь в описании под видео оставить ссылочки, если кому-то интересно. Вот. Оставлю ссылочки на все магазины, из которых мы покупали эти наборчики. Так что проходите, смотрите. И сейчас я вам покажу. Осталось у меня еще две такие коробочки тоже лавандовая техника, вот фрукты и матрешки. И сейчас мы с вами будем всю эту красоту открывать и смотреть. Вот последние два набора, которые я вам хочу показать. Это вот такие фрукты. Здесь у нас долька арбуза, яблочко, апельсинка. Это гранат, по-моему, если я не ошибаюсь. И груша. И второй набор — это вот такие вот 5 матрешек, приклеиваются тут клея много, приклеиваются вот такие вот 5 красоток. Тоже это 2 набора брелков. Вот. И давайте посмотрим кристаллики сначала на наши фрукты. Сейчас я это все в сторонку уберу, чтобы не мешалось. Так, здесь у нас такие. Такие вот 2 зеленые капельки. Вот 4 штучки вот таких вот. Здесь 4 такие бусины. Вот еще зеленые капельки такие. Я даже не знаю, как вам показывать. Вот такие. Вот такие вот синенькие. Беленькие такие. И вот зеленый. Такой вот желто-зеленый, как цвета лайм. Желто-белый. Бело-желтый. Вот такой оттенок. Шуршалочки, шуршалочки. Такой вот красивый красный. Серебристый. И такие вот капельки. Это у нас были для фруктов. Сейчас мы с вами посмотрим матрешек, что у нас. Так. Такие сердечки у нас тут какие-то маленькие. Такие. Такие капельки. Все.
Ух ты, какие розочки. Первый раз вижу, чтобы вкладывали такие розочки в алмазную мозаику. Вот такие вот еще. Серебристый. Зеленый. Классненький, розовый, синий такой, такой желтый. Вот этот красивый оттенок. Вот. Повторюсь, я ссылочки оставлю на все это в описании под видео, если кому-то интересно. Ну а на этом у меня все. Если понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии. И до встречи в следующем видео. Всем пока!